Просто Марина. Добрый вечер, Екатеринбург на связи. У нас опять жара, поливаем. Выборг, сниму стенку грядок. О, елки-палки, так вы же это. Ой, гигант. Вы как приятно. Сниму стенку грядок, досыплю земли по бокам. Пара деревьев остается по шестом месте. Реабилитировался. Да это мне меня просто. Ребята, я не догадался. Когда я увидел эту фотографию, да, это я должен сказать, снимайте эти самую опалубку. Я уже не раз так делал, говорил, снимайте опалубку, не вы первый. Ё-моё, все, старею так. Александр, заметьте меня, я увольняюсь. Как же... А вы говорите, реабилитировался. Это я сейчас пытаюсь реабилитироваться. Так, идем дальше. Не, ну, оказывается, это... Понятно. Влад, Нижний Новгород. Бери раннее. Насколько раннее? Сразу после скороспелки Мичурина или есть еще более раннее? Ой. В общем, у меня... Ну, как для вас, вот, Нижний Новгород, какая она будет, ранняя или не ранняя, я сказать не могу. Для Нижнего Новгорода. Дело в том, что сейчас вы говорите про саженец или про черенки. Вот. Черенки стоит только перенести на другие подвои, другое место. Все к чертовой матери. Никакие характеристики не выдерживаются. Поняли, да? Вот. Ну, будем считать, что пройдет время, и вы скажете, насколько она ранняя. У меня есть одно слабое место. Память абсолютно отсутствует. Какая-то особая память. Если бил себя в голову, потом в виде притч вам рассказываю. Это на века. А вот какой-то год, а другие 365 или 364 дня в году, я не могу вспомнить ничего. Я могу вспомнить, когда диплом получил, 72-й год. Или орден получил, 82-й год. И все, а больше с чем я занимался? Наверное, работал, наверное, сад садил. Вот так и тут. И не имея за свою жизнь не сделав ни единой записи, ни единой, вот, удержать, кто будет раньше, Беле или кто ранее, Беле или скороспелка, я сказать не могу. Вот. Потом вы скажете. Данила, привет, Собакана, Гусева, Емельянова. Здравствуйте. Красноярский пипинчик покупал родственник, привел стажара, питомник Минина. Я очень надеюсь, что все будет по-честному. Почему? Итак, заваливают Красноярск саженцами. Я открываю их рекламный каталог, причем двоих, дважды. Вот. Там было название фирмы. Я все забыл, но вы все это 2-3 года назад видели. Я вижу свои фотографии, так, и уже знаю, раз мои фотографии привезли с юга. Потом отголоски привезли с этого, с Молдавии, вот. А вы хотите красноярский пипич, а кто сказал, что он настоящий? В таких случаях, вот, допустим, поселок Минина. Стажарах. Ну, наверное, есть шанс, потому что я так устал от этой лжи, что вдруг он настоящий. Тогда вы спросили, кто-то спросил, ну, как-то связаться надо теперь с вами, может, Елена, чтобы это, как, чтобы дали более точные координаты. Ну, чтобы человек нажал на ссылку, и вот он уже питомник. Вот я бы уже, ссылка была бы здесь, да, в этот питомник стажера, я бы только включил бы, я бы сразу бы сказал, ага, они молдавские ли они, поняли? А пока спасибо за информацию. Вот и есть нормальная информация. Оказывается, что можно купить в поселке Минина озеро Красноярска. У Красноярска. Пока это все. А вот подозревать, не подозревать, а без этого сейчас нельзя. Вероятность очень низкая, что будет настоящий. Я как вспомню, это ведь ужас какой-то. Мои фотографии, Красноярск рядом, вот. А никто не знает, что они эти самые. У нас сильно мало, чтобы по Красноярску пошла весть. Караул, не покупайте, это молдавские. Конечно, купили, конечно, давно все мертво. Красноярск – это кон, давай Сибирь.
Так, ну что, теперь кто-то это самое, тут собирался кто-то писать и замолчал. Еще подождем пару минут и будем уже прощаться. Те, кто хотел, я пока предупредил, кушать-то хочется. Вот. Я считаю так. Значит, если кому нужны абрикосы, только наступил момент такой, что у меня уже собрано первое ведро абрикосов академиков. Это самое, они оказались самые долгоиграющие. Вот каждый год по-своему. То есть это не самое раннее, в этом году еще ждал, пока созреет. Вот теперь они созрели. Королевские раньше созрели. Эти самые рыжие у Чернобаева созрели. Вот. Еще один был разговор. В общем, фактически я могу принимать заказы, если вы ограничитесь только абрикосами. А вам не нужны там сливы мои, там, допустим, вишни, там, допустим, эти самые груши, яблони, ну, имеется в виду семенной материал. Тогда, значит, если одни абрикосы, заказывайте сейчас. Так, и кто-то нам что-то написал. А, столяров все еще пишет. А, говорят, запоминается, что ли, сказал последнее. А мы еще продолжим. Но все-таки имейте в виду. Вот. Да, урожай отборный, да, всего много. Но я бы заказывал сейчас уже по другому принципу. Сегодня есть, завтра нет. И, может быть, на следующем вебинаре я еще раз, пусть с фотографиями, познакомлюсь со своей племянницей. Та, которая занимается, пакует посылки. Вот. Там собирает, моет, чистит эти семена. Я еще хочу ее научить принимать заказы и все прочее. Мне надо перестраховка. Вот. Теперь так. Красноярский пипитель, каталоги КФХ «Абрикос». Мотайте на ус. И если у вас в саду алыча гибридная, русская слива. Ой, нет у меня ее, потому что неинтересно. Знаете как? Я сделал ставку на китайские сливы. У них есть свои достоинства, так? Вот. А русская слива, она гибридная, она действительно так расплылась. Вот. И мне получается так. Я терплю китайки из-за их супермороздостойкости. Их жрет ля, тут уж никуда не денешься. Так сворачивает, что без слез смотреть нельзя. Вот. Сливы, которые я люблю, вы же знаете, это венгерки. Ля их вообще не берет. Ни одной тли не найдете, ни одной листика. Вот. И получается, у меня идеальный случай, как подвой. Китайская слива, как супермороздостойкая. Так. Вот. Я их градация, все там, допустим, красно-синяя, красно-желтая, розовая, вот там красная и так далее. И вот получается подвой у меня гарантирован и приученные к ней венгерки. Вот. И есть еще, но это тоже китайская слива, Средняя Востока китайская слива, она не русская, она действительно китайская. Вот. Есть еще у меня стартовая слива, она тоже не русская. А есть у меня еще этюд, тоже она не относится к русской сливе. Вот. И еще несколько сортов. Так, и получается, как-то я русского обходил. Когда-то ее критиковали. Я уже забыл за что, а знаете, как бывает? Вот. Помните, это самая такая была шутка в этом в журнале, забыл какую. А, в литературной газете. Вот. А почему вы плохо относитесь там к пане такой Марине? Вот. Не помню. Но я и никогда этого не прощу. Вот примерно так и получается, что не помню, но русской сливой я не занимался. Так, Наталья написала, телефон Долмата 8-919-332-12-19. Так, отлично, сейчас вы его замучаете. Вот с этим поднимете настроение. Я тоже ищу телефон Долматова, минуточку. Сравним, уточним. Речь идет о серьезных вещах. И мужику поможете, и себе, и своему саду поможете. Так, Долматов, Долматов. Ага, вот он у меня. Так, читаю свой.
8-919-332-12-19. Все сходится. Наталья, спасибо. Я не взял и не сообразил, что вот он у меня рядом, телефон-то. Ну, старею. То-то забывает, то-то. Так, ну что? Вот он напишет. В прошлом году покупал на лакпластику. У него проблемы были, такие страшные жизненные обстоятельства, что я боюсь, что... Что он вам ответит сейчас, я не знаю. Ну, давайте так. Я уже звонить ему не буду, теперь вы позвоните, если что, скажете, что он ответит. Может быть, на следующем вебинаре тут же напишите, что ответит. Может, мне позвоните, чтобы я передал всем остальным. Я как бы на связи. Ну что, друзья, закончили? Так, последний запоминается лучше всего. Кому нужны косточки абрикосов, давайте сейчас. Вот. А что такое абрикосовый сад? Эх, еще минутка. Ой-ой-ой. Если я вам сейчас покажу. Может подождать, пока вы за валидолом сбегаете, а? Может подождать. А сейчас быстро полистаю. Вот такой он был 24-го. То есть вчера вот такой. Представляешь, что сейчас он творится. Такое впечатление, что на дерево ни одна не упала. Так много их висит. Вот это мои косточки будут вашими. И как подвой, и как самостоятельные культуры. Вот эти вот самостоятельные культуры. Ну пусть мелкие. Видите, они не привиты. И так далее, и так далее. И так далее. Видите, что такое север, что такое юг? Объяснять не надо. Их где вы найдете в стороне, хоть кто-нибудь пятнышки бы наносил, чтобы показать, что нельзя менять юг севером при пересадке. Да, сюда смотреть не будем. Мне запретили. Вот, здесь было очень важное мероприятие. Поздравление. Ну что, дальше показывать? А? Все, буду заканчивать. Итак, последний запоминается. Косточки абрикосов готовы. Так, я выхожу отсюда и прощаюсь с вами, но ненадолго, до следующего понедельника. До свидания, друзья. Брата прошу прислать ссылку или Антонова Сафронова, если он додержался до этого времени.